На алаварды сэрагны хасыма медисун, цэ эстерны саньяги сумбун ацэн рэкун технологий тэнгэске арэст гомэшчэн консерфтавазэн завудэн, на националун экономикэ сэндицэнэн, бнэттун фэлуэгэнэк адэмэн сацалун сарды макустэва варты саразэнэн. Цэгэнэн и саразэн цэмэй фэхуздэр, фэн сундэруй, на бнэттун амалю акэнчтэн, гэвун цэрэк захкусэг адэмэн, сэхэцэрадун архайды, тэлэджэ, реализацэй мэ транспортировка и фадэтты. Уэзархурс знаком бастэкте. Наисэн курдис, присыхаю территории. Ам цэвэ арэст. Нук консервун завод. Мэнэ мэ фарс мэлэуэ, фэрэстатэ Владимир. Кэцэ кухтарьёгэ ткэнэ хацэ арэстадэн. Хацэ абихтэл зурэн. Мэ эзунэн мэнэ мэцэстэнгэ сахасту. Мэуэнэн кэд фундаментальна арэст цэвэ. Фидар мэ цэбэх арэст цэвэ, капиталун арэст. Мэ эз эрпэдэ кэдтун фэцэг фэмбэлд махэну ди дэмэ. Дуэмин ивэн дэ самазэ, дуэмин дуа дэ самазэ. Мэ вэд арэст цэд вэлэ аунивэ комплекс, фустарэн комплекс. Мэ уцэ арэста дэ хистэр дэру тэ дэ. Мэ вэдэ эз зонэн дэвэн цэскумчэн ахастис. Дэ кэдтагмэ, дэ кэстмэ. Цас тэхстэ дэ, цалазэ тэхстэ. Цэмэй уцэ абэкт консервацэ истэр цэвэ. Аунивэ, фустарэн абэкт. Фэлэ гэгагэн вэдэ хитцавад цэдэр якус нэрдарта хацэ абэктмэ. В 11-м году, когда мы сдали, я был генподрядчиком по строительству посольства Российской Федерации, весь комплекс зданий и сооружений строили мы. И потом меня попросили, что в республике надо построить 3 фермы в 3 районах, 200, 200 и 100 голов. Мы приступили к строительству. Первоначальный проект. Да, первоначальный был 200, 200 и 100 голов в 3 районах республики. Соответственно, у них проекта тоже не было, и это делалось параллельно. Мы приступили к земляным работам, потом, значит, откуда осуществлялось финансирование, спросили. Они семейного типа, и они дотационные. Предусмотрена ли у нас в бюджете республики дотация на содержание таких ферм? Потому что ей трудно стать прибыльным, когда она на 200 и на 100 мест. И было тогда принято решение, это уже было при Бровцеве, что надо строить комплекс, который станет пилотным и основой для развития животноводства в Южной Осетии. И было принято решение, проект осуществлял краснодарская компания «Зернопроект», построить на 496 голов со шлейфом. Было выделено целенаправленно 600 миллионов рублей. Стройка находилась под личным контролем замминистра сельского хозяйства Чекмарева Петра Александровича. Мы приступили, и вот то, что вы сейчас видите, то, что осталось недостроенным, в периметре 16 гектаров было построено за 9 месяцев. И 600 миллионов, я как руководитель строительной организации, мы получили 205 миллионов. Остальные деньги мы не видели. Они были, по-моему, израсходованы на строительство дороги или что-то, короче, ну, я не знаю. И ферма не была законсервирована. Я ее охранял еще потом 4 года. Мне было жалко свой труд, что это может разворовать. Да, воровали, но я заставлял их вернуть это все на место. Вот те, которые свидетели, они могут подтвердить все мои слова. В охране работало 12 человек. И вот даже спустя 12 лет, вы посмотрите, как будто он вчера построен. Ну, разворовывают, разворовали дизельную станцию, разворовали насосную станцию, разломали окна, вытащили вентиляцию, электропроводку. И я думаю, что жалко, конечно. И были предусмотрены деньги на консервацию в районе 3 миллиона 600 тысяч. Я их просил, хотя бы сделайте, разве не можете охрану поставить? Хотя бы сделайте видеонаблюдение, выведите куда-то там внизу, внизу во вневе пост ГАИ находится, чтобы не воровали. Потому что если кто-то уже пришел с целью воровать, и он увидел, что там нету ни мебели, ничего, он, соответственно, ломает щиток, выносит дверь, выламывает окно. Ну, конечно, мне очень жалко смотреть на все это.
Ну, я думаю, что вот есть решение реанимировать. Ведутся, насколько мне известно, переговоры с Россельхозбанком, что вот сейчас есть инвесторы, которые могут вложить, которые непосредственно занимаются этим. Это те люди, которые, вот мы, наверное, все пробовали молоко Осетии, да, которое в Северной Осетии выпускают. Вот кто им поставляет молоко? Да, они приезжали сюда, смотрели, вроде есть у них желание. Я думаю, что правительство принимает все меры, что этот вопрос, я думаю, что будет решен. Це ігравну саня гудзенук заводен, егасей не пад захадун, венеттун, хелцадун дастинаден, нук технікун, аменриккун технологіун іфтунгаден. Еппету це фарсту тилудне дартерен хас, нук консерфтаваден заводи арестады, ухтарякенек перестаты Владимиримен. Нертеке аразуд мене хаци завод аразуд. Мене мегеске єрен хіцавод, ве хоттер авте сразенгардер хутта, ве Цурма, цурур левит, ме как бы цедер поддержка вниз, хайте хайм. Мах, не хиша да поддержка, ниш саражистам, мах хиша да, ме городам куса годам куна архаи веду дундер, ниш саражистам, ме кережи ме има рука обруку, кома не сум бо наразам на хедек. Чизу нафта бунжи нестам, не, ме не ина республиката хозан фала, не хажар кома осагдаг, ме фснайд. Ме вито мах я разгай, волке ме дер. Сачарем бомбиревет, сабун шуинен хускененч, нише проблемоне, нише проблема я идак. Нахимидек, ше мэя тохтар саразам. Мэ адаме тохтар шчиринкенем, ше мэй райдаю хумкенен, мэ сабун шуи хави. Чизоне абун не нисажжени, не лобя ю гектар. Фала, дас гектар, кэн дас гектар фала. И в сутках еще не сажал, не, хайдер мохан, знор хочу не ме. Надо бирасте, ме, ал чидер кур бахаса, 200 кило, 100 кило, ве тернел фазанджини. Хаца завод хусереза, вед кайзаган екаве, цускай цускай, ве цедер техникун арктеру дзенис, афтанел. Паспорта шам афанде саразан, не шаме я базунам, допустим, дмини сакаве. Шалу часто ки афтане, мезунам, не, шаме фекасам, вед кума график саразам, не, допустим, мене уже погода, когда будет позволять, ще мене саприски воткенуй, сабризати кенуй, сахедек, не, мох сам помалку таке не фекачистим, не, когда не обрежут, ну, мохай зонам, шхосер ротта, ще мене цим фекасем. Ми це вже козунам, каші районі, не шахоза, не хоска, вода мен. Вед уже на кустер, вед вовта, срев шканджистим, ще мене цим набуно фекасим. Мене хоці склад амарас цеві, хаві фестеме арастер цевзен, не? Хай соростой, насколько я знаю, кот склад хранилище, не? Я автомену вохтуй. Мы отчесат кускуса. Вот фактически то, что будет идти на переработку, как подалится, будет идти на переработку. Это будет, остальное будет обрабатываться и реализоваться, в первую очередь, конечно, вот для наших садиков, для наших школ. Ну, это бесплатно, конечно. Мы, хай, уверен, такая собственность Россельхозбанка. Вахадагнут, кудбестун, мефидар, арестадун, техникун, ме технологиун, нормативтем, ме доментем геске, цел арест, ац ахчак, сев даджирадун, кундадун объект. Валентина, смог ма бафарсат, не? Шахузан вазовкусти, ша равак кусту, вазовкусту, мене ин вахадагнут, адун стей, ам асфальт корчавет зенгедер нолкенджестефал, аж фундамента, радит туз глубины 3 метра. Из-за того, что грунты были чуть-чуть просадочные, мы шолдер плитала выявляла. И потом ставится анкерная группа. Анкерная группа изготавливается на заводе, который специалисты устанавливают, на который потом монтируются колонны и будут стоять каркас здания. И, соответственно, они все пронумерованы, каждый под своим грифом идет. И если мы ошибемся в расстановке хотя бы вот анкерной группы на миллиметр, то у нас в конце будет расхождение на полметра. И поэтому это вот, видите, сколько аппаратуры измерительной стоит, чтобы общем, ничего не было. Работа. Ювелирная работа, да. Это потом уже будет похоронено внизу. И это уже не видно будет, только будут торчать анкера, и на них уже будет стоять конструкции. Ну, вот видите, какая работа проведена. Вот здесь отсыпано порядка 2,5 метра в высоту. И вот она уплотняется катками для того, чтобы создать устойчивость здания и конструкции. И вот эта вся территория, вот видите, здесь вот таких
фундаментных блоков 84. Только... Бетон. Бетон мы стараемся все, то, что мы можем получать от местных производителей. Мы бетон получаем от Газаева ТМО, Ящарем Бомбиревет. Сейчас тоже ждем две машины, чтобы он нас бетоном отправил. А анкерная группа, она здесь не изготавливается. Это специальный завод должен быть. Вот вы видели, вот конструкции находятся здесь, которые еще не смонтированы. Их специалисты тоже находятся здесь, чтобы они их сдали, потому что это сдается под... росписи, подписи и все такое. То есть очень много здесь заполняется бумажных документов. Это специалисты Южсталь конструкции, которые являются ведущими строителями вообще по южному региону Российской Федерации в отношении вот таких высотных зданий и сооружений конструкций. Южсталь конструкция. Арастады Архайнц Фидер, профессионал специалисты. Зенгунд Арастадун фирма Южсталь конструкции коллектив. Кацана республика Абунунг Барзон техникун. Ма технологион дома темгэске сараста корда бикте. Хацы Арастады специалистиме зунга кэнэм, Пау Юри. Юра, скажите о себе, вот о своей работе и о тех проблемах, с которыми вы встречаетесь в процессе вот этой стройки. Стройка нормальная. Особых проблем нету. Да. Вот еще заказчик нам электричество даст. У нас металлоконструкции готовы. У них вот фундаменты готовы. Надо вести, монтировать. Вы... Вот это и все проблемы, других нету. Задержка бывает в подаче стройматериалов? Не, мы изготовили анкерные группы, монтируем сейчас. У нас задержки нету. Они монтируют то, что сами изготавливают. Да. Юра, вы, наверное, не первый раз на такой стройке работаете, правильно? Я и в Сенвале не первый раз работаю. Да? Какой объект вы еще делали? Кабаеву, стадион, театр. Не считая вышки, которые ставили в городе, по республике. С 9-го года здесь работаю. С 9-го года? Да. Просто Ирестуна, ам, мэ, джоуди, консервный завод, тэрэвэдэстэ, джэ, заготовительный пункт, шрэрэ, джоуди, мэ, одам на тэхстэстэсэ, продукция. Мэрэ, нохэм, ямушнэс, нохэм, ашэ завудэ, ну, нохэм, джэнис, мэ, практически любой овощной продукция, любой фруктовый продукция, косточный, во, фэтко, кэрдуо, члавио, ашэ дэр, переработка, кэн, джэнис. Мэнэш эштэр возможностэн. Это будет делаться... Мэвджэстэ удон современный уровень, лэсэстэ юэлдэр. Я оборудование, очень высококачественное оборудование. То есть, офтэ нэвмэ мэнэш дэр очарэстэй, охэмэчэ нэвджэнэ. А именно, кэнджэнэ кускэ шэгэйдэ. Основательно. Основательно, кускэ мэ. Я прибыль дэр мэ, я рентабельность дэр, джэбэхту, то есть, кушэнэсэ. На Лавджине, Оши зовут. 2 года назад мы базаль тоже там строили, помогали, были тогда тоже, тоже здесь. Тогда тоже вы строили, да? Значит, тоже были, да, вроде бы мы до этого были, смотрели, вроде бы производство все работает, да. Все налажено. И думаем, чтобы так же в дальнейшем будущем это тоже наладилось. Заработало все. Заработало, чтобы работало. И место хорошее. Да, место хорошее, да. Отличное место. Арастад мэкэске адэйма хорзэн бары. Ацинок консерв тавадзэн завод сумбун кэвзэн кэд бэнатон хомэшнэ агрохолдинг. Кэцэ эстэр хаяд райсцэн на республикае аграрун сэвда джирадун пундадун архайды. Дыргдэдэ халсэртэ кэстэ. Экономикун сэвда джирадун ахастэдэ транспортун мэриализацэй логистикае. Мэнэнэ пэтуц ахчак фарстэтэн бэстон зоапратта парэсатэ Владимир. Мене хаце объекты Тахайдер Захут, мене хам це арасту дзенис, хаце ран. Мы сейчас находимся именно на участке, где расположено здание администрации. Оно совмещено, чтобы меньше было расходов, со зданием столовой. Столовая будет для питания всех сотрудников, соответственно, питание будет бесплатное. И размер вот этого сооружения 12×42. Здесь также будет располагаться, помимо административного здания, это отделение лабораторий. Ну и, соответственно, вы уже отсюда видите панораму, которая открывается за моей спиной.
значит, вот с правой стороны здесь будет приемный бункер, весовая, въездные ворота. И, соответственно, цех первичной обработки. И цех первичной обработки. Цирон. Где будут стоять три линии. Вот где вот машины стоят, вот видите, да, вот ангерная группа видна. Вот там будет находиться цех первичной обработки. Цех куда все через бункер подается яблоко, моется, очищается, подается, еще раз моется, потом измельчается. Ну, все там механизировано. Здесь нету такого, как чернорабочие ходят или что-то делают. Только операторы работают. Насколько все автоматизировано. Рядом с ним вот этот цех первичной обработки, он 18/42. Параллельно с ним находится цех полуфабрикатов. Он тоже 18/42. За ними находятся цеха. Они размером уже 30/42. Это цех пастилы и другой это консервный цех. Депет, усе цехте, але цехедер авто в среднем цалку сечекусен. Допустим, летний период, когда завод уже будет работать на полную мощность, он может работать как в одну смену, так и в три смены. Угу. И от этого зависит уже количество людей. Потому что вот когда яблоко начинает поступать, он уже начинает поступать массово. Если раньше вот продукцию в виде пюре, когда сперва что из него получается, раньше хранили в ямкостях. Сейчас технология ушла вперед и уже хранят в антисептических мешках кубовых, которые уже хранятся, и ты можешь уже независимо от сезона выпускать круглый год свою продукцию. Это будет находиться вот цех, который вот за моей спиной, это цех будет полуфабрикатов. Мене оце екскаватор, це магістраль. По строительным нормам весь завод должен быть вокруг объездная дорога в целях пожарной безопасности. И вот у нас, нам повезло, что у нас работает такой хороший парень, Вадим его зовут, Жажи фамилия, да? Да. Который на этом экскаваторе выполняет функцию нескольких строительной техники. Настолько он очень высококвалифицированный, грамотный специалист и хороший человек. А где территория? Территория вот этого завода по переработке, он 110 на 200 метров, то есть получается 2 гектара. Вот вы уже видите, вот эта канава, это ограждение территории, там будет ажурный забор красивый. Вот там ворота будут автоматизированные, там пункт КПП, и за ней весовая, чтобы уже машина взвешивалась. Соответственно, весовая работает в автоматическом режиме, она сразу сигнал подает в бухгалтерию, то есть там нету весовщика, ничего, короче, машина заехала, выехала. Вот справа будет находиться пожарный резервуар, и потом сердце всего завода – это котельная установка, которая дает пар. Угу. Вот там, где нужны вот очень-очень высококвалифицированные специалисты, операторы, потому что, не дай бог, там, если перебой в паре, это значит, весь завод встанет. Ну и, соответственно, трансформаторная станция и площадка сырьевая для приема уже косточковых, потому что яблоко принимается через бункер, а остальные уже будут приниматься по другой технологии чуть-чуть. На уце площадка там камзани, вот приемный бункеркам. Вот где цех первичной обработки, вот бункер будет стоять ближе к дороге. Чтобы машины с двух сторон могли выезжать, он рассчитан, этот приемный бункер, на где-то 195 кубов яблока. Ну, соответственно, там подача воды, мойка и... А с правой стороны будет, чтобы машина точно так же могла выгружать, уже подушка будет под наклоном, площадка, чтобы ее можно было промывать, ну, где тыква, кабачок, потому что у нее технология подачи на линию уже совершенно другая. То есть у нас будет работать три линии. Это переработка яблока, вторая переработка косточковых, и третья это тыква и кабачок. Ну, мы планируем, чтобы это стало каким-то импульсом, как локомотивом для развития, для перерабатывающей отрасли. Потому что вот иногда бывает, вот мы их сейчас, фермеров будем призывать, чтобы засеяли кабачок, тыкву. Когда это все уже выйдет на ту мощность, да, если даже не будет чего-то хватать, вот сейчас есть уже и можно... из разных регионов, потому что вот Северная Осетия, где вот есть огромные сады, они на переработку везут в Белореченск. Это получается 400 километров туда, 400 обратно.
Если у нас дальше задержка будет, то у нас есть уже договоренности с ними на первоначальном этапе, что мы будем завозить Кабарды или Северной Осетии, пока наши не поднимут на проектную мощность подачу. И, соответственно, если мы засадим еще 200 гектаров сада, то это тоже не будет обеспечивать всю мощность. Но мы на них тоже очень сильно рассчитываем, потому что все-таки интенсивное садоводство по качеству продукции, оно чуть-чуть отстает, то, что бывает при усадебных участках. По качеству я имею в виду, по вкусовым этим показателям. Леня, да как не маешь? На экономика, в ЦГН, хорошо знаешь, дрется. А це арестант? Ну, это гарантированные доходы, налоговые отчисления гарантированные. Планируется поступление в течение 6 лет порядка 400 миллионов в бюджет республики. Нук, дуэмин, дуэн, цыпер, аз гасарлистэм, мэнук, ирлэвгэ, аз гастуни, адэмэн, рхэссэд, дасцинат, мэсабарцинат. На Ирестунен свет экономику, культуру, райресты, эмену, энгумбасцинетте аз.